Розвиток економіки – один із основних пріоритетів опозиційної платформи «За життя». Про це заявив нардеп Вадим Рабінович. За його словами, всі рішення, які ухвалює поліцила, спрямовані на виконання цього завдання. Як голова партії, він наголосив на значенні нещодавних переговорів у Москві. Я вважаю, що ТПСК дуже важлива по трьом направленням. Перше – це, що ми підтримали політичний діалог, який обов'язково потрібен, тому що вне діалогу пропасть. Це завжди всім зрозуміло. Якщо немає діалогу, нічого більше немає. Пусть это шаг не на сегодняшний, а на завтрашний, потому что при власти, которая ну, живет на крови, наживается на крови, состоялась на крови, они не дадут быть никакому миру. Но тем не менее задел на то, чтобы завтра это все можно было сделать, сделан. Второе, экономический. Катастрофа экономическая, которая надвигается еще больше. Ведь не все граждане нашей страны понимают, что 1 числа, 1 января, если мы не будем ничего делать и будем только ходить это песни петь, то прокачка закончится, трубы не будет, еще минус 3 миллиарда, еще минус из кармана, гривна взлетела, цены поднялись. То есть, ну зачем? Они все это понимают, но ведут страну к катастрофе. Мы не можем просто смотреть. Поэтому и Медведчук, и Бойко ехали, обсудили то, что, например, сегодня готовы получить на четверть меньше газ, чем сегодня происходит. Третье – это гуманитарное, потому что пленные наши стали разменной монетой, и моряки, и все уже все их забыли, использовали. Сегодня никто не вспоминает уже ни о ком, все, машина такая прошла, хватит. Но это их волнует, а нас это должно волновать намного больше, судьбы людей. Поэтому и здесь сделан шаг.